Вот ВКонтакте обзор странички Ярослава. Вот. Тут написано: деятельность, увлекаюсь спортом, пишу стихи, запятая, фото-делаю картины, путешествую по городам Западной Украины в палатке и так. Сука. То есть он надевает на себя палатку и ходит. И так. Люблю рыбачить, есть лодка. Люблю ходить за грибами и ягодами, без лодки, я надеюсь. Интересы. Люблю спорт, фото, опять фото, путешествовать. Поэзия, история, психология, философия, рыбалка и собирать грибы, ягоды. Всякая история, в скобочках, о мире. Фильмы, советские мультфильмы и некоторые американские, некоторые раздельно. Любимая музыка. Металлика с одной Л. Кино, Сплин, Шиллер. Шиллер вообще как бы лучше на английском писать. Квин, Калиминол. Калиминол — это какое-то лекарство от головной боли. Калиминол. Дженнифер Лопес, Ванесса Породис. У него Породис написано. Андриана Челентана, Риана, Игорь Тальков, Николай Караченцов, Михаил Боярский и запятая Никита. Она тоже Боярский. Любимые фильмы. Бандитский Петербург, Горец, Хищник. Секретные материалы. Андрианом Челентаном. Фильмы с Аленом Делоном и Андрианом Челентаном. Затмение. Город ангелов. Жестокие игры. Все исторические фильмы. Все. Какой смысл перечислять три фильма, если все исторические фильмы? Пункт. Без Т. Пункт назначения. Ёлки. Сладкий ноябрь. Узник замка Ив. Три мушкетера. Мумия. Неприкасаемый. Тоже раздельно у него неприкасаемый. Семейка Адамсов, 88 часов, мамы, 12 месяцев. Короче, он каждый день смотрит фильм и записывает. Баффи, истребительница вампиров, телохранитель челюсти. Короче, я не понимаю вообще последовательность, что у него в голове. Страшный человек. Любимые телешоу. Уральские пельмени, городок, спорт, про природу плюс животных. Интуиция. 9 кадров. Свидок. На украинском. Впервые на украинском написал «Свидок». Любимые книги. «Два капитана», Шерлок Холмс, Том Сойер, «Лев Толстой», в скобочках, «Лев и собачка» с двумя «к». «Лев Толстой», сука, «Лев и собачка» в скобочках. Почему после «Лева Толстого» у него в скобочках «Лев и собачка»? И «Собачка» с двумя «к». Это просто убийца. Ой, легенда о жаб и овцах. Легенда о жаб и овцах. Фух, зеркало души и Святослав. Йога, кахание, мое творение. Ой, Господи. Продажа моей книги, цена... А, это уже реклама пошла. Зеркало души и Святослав и йога, кахание, мое творение. Продажа моей книги, цена 40 гривен. Количество книг ограничено. Звонить, смотреть телефон на стенке ВК. Описывается о женственной натуре, философский нрав и любви. Так, дальше смотрим. Это просто ахинея. Любимые игры. Карты, футбол, волейбол, хоккей, бадминтон. О, бадминтон. Я все радовался, что бадминтон. Пикаря. Любимые игры у него карты, футбол, волейбол, хоккей, бадминтон и пикаря. Пикаря. О себе. Самое интересное. Мне 35 лет. Живу в Харькове, родом из Чернигова. Окончил Харьковский кооперативный техникум и Харьковский национальный педагогический университет. Был приглашен на Хари Кришны свадьбу. И тут все пошло не так. После политеха. Очень красивые танцы и обычаи. Дальше написано. Дважды тренировал футбольные клубы. Сука, вот почему нас не берут в Лигу чемпионов. Одну команду ФК «Север», а другую по имени футболу «Феникс». Написал две книги стихов. Один том называется «Зеркало души». Второй том называется «Святослав и его кахание». Книга, опять пошла реклама книги. Был однажды приглашен на телевидение. Одна семейная пара хотела сделать меня крестным своей девочке, еще не родившейся дочке. Фух. Однажды шел пешком 67 километров за 12 часов. И эта пара выгнала меня из дома. Муж приревновал к
своей маленькой дочке. Короче, пытался совратить, наверное, маленькую. Я оставил деньги маленькой девочке на лечение. Они все на себя потратили. Всю дорогу, короче, у него тут и биографии, и какие-то истории про кришнаитов. Всю дорогу шел пешком, ни одна машина не остановилась. Жалею, что малышку не унес с собой. Дело было зимой, я был отравлен ихней пищей. Без своих денег вечером того дня дали мне поесть сами. Я могу представить, что у него в книгах. Это у него только страница ВКонтакте уже, в фильм ужасов. Дело было зимой, я был отравлен их пищей без своих денег. Вечером того дня дали мне поесть. Сами не ели, всю дорогу шел пешком. Сейчас нахожусь в Украине. Ищу вторую половину, плюс брак. Занавес.